Министерство обороны России рассекретило новую технику. На своем официальном сайте и страницах в социальных сетях впервые разместили фотографии образцов, которые примут участие в параде Победы. Это бронемашины, созданные на базе платформ «Армата», «Курганец», «Бумеранг», а также самоходная артиллерийская установка «Коалиция СВ» и противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д1». Снимки можно посмотреть и скачать в хорошем разрешении. Раньше технику на фотографиях закрывали брезентом. Но вот наш корреспондент Артем Потемин смог увидеть новейшие образцы вооружения вживую, ведь он был на репетиции парада. Орудия Победы, знаменитые 34-ки и гаубицы САУ-100 уже традиционно принимают участие в главном параде страны. Военнослужащие готовились к нему последние несколько месяцев. Тренировки по 2-3 раза в неделю. Все ради нескольких минут на Красной площади. Для меня парад Победы — это гордость. Это гордость за моего деда, который служил, прошел всю войну, пришел живой. Гордости, наверное, моих родителей, так как я сюда приехал, попал. К 70-летию Победы организаторы подготовили сюрпризы. 9 мая на Красной площади будет несколько громких премьер техники, которую до этого общественность не видела. В частности, самоходная артиллерийская установка «Коалиция СВ», подвижной противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д», бронетранспортеры и боевые машины пехоты на универсальной платформе «Курганец-25». И так долго обсуждаемый и от этого самый долгожданный новейший российский танк Т-14 «Армата». В прошлых репетициях он принимал участие с зачехленной башней. В этот раз завесу тайны приоткрыли. С Ходынского поля, куда в преддверии парада перебазировали технику, механизированные расчеты направились в центр. Колонна растянулась почти на 2 километра. На Тверской ее уже ждали тысячи зрителей. Места занимали за несколько часов, чтобы можно было в деталях рассмотреть технику. Как бы традиция уже приходить смотреть, хотя бы еще раз посмотреть на технику. На зрительских трибунах на Красной площади свободных мест не было. Уникальную возможность увидеть парад в темное время суток получили члены молодежных патриотических организаций, курсанты и кадеты. Пригласили и родственников военнослужащих. В 15-тысячном строю родители пытались разглядеть своих детей и непременно сфотографировать. В этом году по брусчатке Красной площади впервые пройдут и представители иностранных государств – Армении, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Азербайджана, те, чьи деды и прадеды сражались тогда еще за одну страну – СССР. И для кого эта победа общая, одна на всех. Несмотря на то, что уже сейчас все движения участников отработаны до автоматизма, это не финальный прогон. 5 мая в небе над столицей пролетят 143 самолета и вертолета. Свою часть будут отрабатывать летчики. А генеральная репетиция парада на Красной площади состоится в четверг, 7 мая. Артем Потемин, Игорь Никулин, Александр Фролов, Антон Подковенко и Павел Мельник. Вести.